Швартуйся, Шейн. Вот мы и на антикости. Не Рома, а помои. Ну-ка да. Ну? Нет, покупаем. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей! Надо найти его. Спасибо вам, сэр. Благодарю. Я в долгу. Yeah.
Капитану штурвала! А куда нам дальше? Туда, где копался Лоуренс Вашингтон. Лайм, кажется, ты наконец хоть чем-то доволен. Он тамплиер и политик. Почему доволен? Так, поднять якорь! Почему шевалье помыкает нами, как ему вздумается? Мы ассасины, как и он. Просто он более опытен и места эти знает. Логично, что он руководитель. Ну, он и до этого постоянно мной командовал. И он что, ищейка, что лучше знает места? Шея, имей совесть. Он меня не уважает, Лайм. Я рискую не меньше, чем остальные. Может, даже больше. Но пойми, шевалье тщательно обдумывает каждое решение. Он очень опытен, так лучше для всех. Интересно, сколько еще опыта мне набрать, чтобы самому решать, что и когда делать? Клянусь, Лайм, порой мне кажется, что в детстве я был взрослее, чем теперь. Мы с Валики придется клянчили еду, но хотя бы сами решали. Свободу гротам! Thank you.
Снежная буря. Смотри же. Еще парусок! Спустить брамселя и бобрамселя! Спустить паруса! Ловим ветер! Приводим к ветру! Держись! Меньше ход! Убавь парусок! I did not mind expense. I bought a two-gold earring, and they cost me 50 cents. Пусть все, кроме кротов! Кэп на мостике! Еще паруса отдать! Паруса отдать! Вперед! Рифить все марселя! Долой все паруса! Отдать якорь! Капитан штурвала! Отдать гроты! Трави! Трави! Done here, Smith. You can guard later. Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон.
Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай как можно больше. Подготовлю Морриган. Немного удачи, и мы выйдем прямиком на него. Удача — это миф, Лайм. А Вашингтону ее не хватает. Осторожно, шейх. В этих водах полно врагов. Есть. Корабль! Ну что же, затаимся. Лоуренс Вашингтон — богатый делец. Рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях недопустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Я позабочусь об этом. Добыча! Риф,
и на гротах! Поднять бранселя! Все паруса! Отдать бранселя и бомб бранселя! Капитан, блокада! Нам не пройти! Шей, догоняй корабль по суше! Понятно! А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтон. Прямо на утес, сэр! Дави на битовы! Марселя убрать! Спустить гроты! Гроты отдать! Вперед! Не помни, что я сказал. Эй, на вантах, кто должен отдать якорь! Есть. Coward! Get back here! Bastard's trying to get away! He's off! Aye, stop! Так, и что это? Ружье?
Эй, ты! Стой! На месте. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю, мастер Вашингтон. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона и расспрошу его. There's more clashes between England and France everywhere in the world except for England and France. The Empire needs more land. Looking around, you'd think there was plenty of that.
нельзя. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Thank you.
Выходи на гостей. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Красота, какие цвета! Вот бы моя дочка на это посмотрела. Невероятный фейерверк. Я такого никогда не видел. А эта бомба так уж необходима. Неужели больше не на что потратить деньги, кроме фейерверка? Чтобы этому отрадоваться. Может, тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью. Оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного.
Ты опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно. Мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда. А значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Вот черт! Надо бежать. Ладно. Надеюсь, ты привел корабль. Это что, мортира? Это не смешно. Just try it, you bastard! Столько лет. Ну да. Но Лоренс Вашингтон, похоже, не слишком большая потеря для них. Или они хотят, чтобы ты так думал?